Итак, дорогие друзья, наше занятие музыкальное продолжается. Сейчас будет демонстрация одной известной песни на гитаре, да? То есть под аккомпанемент. Имеется аккомпанемент, который будет сопровождать соло на гитаре. Итак, включаем аккомпанемент, пуск. Проходит аккомпанемент, а также игра на гитаре. Итак, это было слушание соло-гитары под аккомпанемент. Поэтому видео приостанавливаю и начинаем разбирать эту песню по частям.